Приветствую вас, мои дорогие зрительницы, самая прекрасная половина человечества. С вами Лилия Донскова, и сегодня мы с вами поговорим о помаде. На самом деле, по статистике, более 60% женщин и девушек имеют в своей коллекции более 15 помад. Вы об этом когда-нибудь задумывались? И, конечно же, нам очень хочется, чтобы помада была многофункциональная, красивая, давала шикарный цвет, чтобы она и увлажняла, и при этом матовый шик такой давала, как сейчас модно. И я очень счастлива сообщить вам, что компания Oriflame выпустила 8 новых оттенков. Помада «Эликсир» с SPF 15, с маслом органы, которое чудесно увлажняет губы, ухаживает за ними. Giordania Gold! И сейчас мы с вами будем все пробовать, все 8 оттенков. Готовы? Тогда поехали. И начинаем мы с первого оттенка. Это розовый нюд, код 33800. Хочу отметить, очень удобный аппликатор. Если вы заметили, я не наносила контур на губы, а просто нанесла аппликатором из самой помады на губы. Легло очаровательно, красиво, необычный такой нюдовый цвет в холодных оттенках. Мне он очень нравится. Он подойдет как для повседневного макияжа, так и для более делового. Если даже обвести губы контуром, то будет немножко другой эффект, более выразительные губы получатся. Нравится? Пробуем следующую. Следующий оттенок – притягательный коралл. Код 33801. Пробуем. Итак, готово. Как вам этот цвет? Следующий оттенок – розовый бархат, код 33802. Ну как вам? Я надеюсь, вы скажете, какой мне больше идет. Следующий оттенок – изысканная фуксия. Ее код 33803. Пробуем. Ну, что скажете? Никогда не пробовала такую помаду на себе. Всегда мне казалось, что это слишком ярко. Но сейчас смотрю, и даже очень ничего. Для лета особенно. Следующий оттенок – оранжевый кармин, код 33804. Пробуем. Потрясающе, правда? Я хочу заметить, что чем ярче помада, тем тщательнее нужно прокрашивать контур. И, как правило, это занимает очень много времени. А сейчас я буквально за минуту накрасила губы яркой помадой без контура. Тут безумно удобная кисточка.
Она такая тоненькая, заостренная, очень удобная подушечка, прокрашивает идеально по контуру. Это супер. Следующий оттенок классический красный. Его код 33805. Пробуем. Вот такой он классический красный. Мне все сложнее и сложнее красить губы, потому что требуется, прям просится контур. Но тем не менее, все идет хорошо. Переходим к следующему оттенку. Следующий оттенок насыщенный бордо. Его код 33806. Вот так бордо, такой интересный насыщенный цвет, очень здорово. Пробуем следующий, у нас остался один оттенок. Следующий оттенок темная слива, его код 33807. Ну что? Вообще цвет бомба. Он, конечно, очень обязывает, чтобы идеальная была кожа лица. Одежда подобранная, прическа стильная. То есть это такой цвет коварный. Его просто так не накрасишь. У меня к вам большая просьба. Напишите в комментариях, какой из 8 цветов вы бы мне рекомендовали. Потому что для меня это очень важно, ну и любопытно ваш взгляд со стороны. И если вы себе выбрали помаду, то тоже напишите, какой оттенок вам больше всего понравился. С вами была Лилия Донскова, и в этот апрельский весенний солнечный день я вам хочу пожелать еще больше весны, красоты, радости, женственности и классной косметики, которая помогает нам выглядеть еще лучше.